В городском округе Щелково продолжается очистка водоемов, которую проводит муниципальная служба озеленения. Не так давно с помощью специального водного экскаватора от водорослей и тины была очищена река Клязьма в центре города, около набережной Серафима Саровского. На этот раз аналогичному процессу очистки подверглась довольно обширная территория реки в городском парке культуры и отдыха. Мы также здесь чистим Клязьму от водной растительности, которой очень много, как мы можем видеть, образовалось, скопилось. Сейчас наш плавающий экскаватор провел работу по скашиванию этой водной растительности. И вот в настоящее время он собирает эту водную растительность и выгружает ее на берег с последующей утилизацией. По словам начальника отдела экологии администрации муниципалитета, основной упор по расчистке водной глади делается именно у зоны отдыха людей. Как только там будут окончены все необходимые работы, водный экскаватор будет перемещен на другие водные объекты округа для их очищения. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.